Боже, ты изъяснить язык, велик он в небесах, на троне, в былинках на земле велик. Везде Господь велик и славен, в ночи, во дни сияньем равен. Тебя твой Агнец злато рунный всегда изображает нам. Мы на псалтире сладко струнной тебе приносим фимиам. Прими от нас благодаренье, как благовонное куренье. Спасибо, Господи. Боже всемогущий, прими, как благовонное куренье сегодня наше песнопение, эту хвалу во имя Христа Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь, друзья. В завершение уже здесь пришли сообщения. Читаю я вот. Семья Татьяненко опять пишет, да, красивая песня, аминь, слава Богу. Некто, подписавшийся очень так, ну, странно, Святой Дух. Я думаю, что это, ну, не очень деликатно вообще верующему подписываться таким именем. Ну ладно, он пишет: добрый вечер, можно ли брать новые биометрические документы и верите ли вы, что метку зверя наносят в наше время? Вот, но явно не Святой Дух это написал. Вот, значит, и человек, подписавшийся этим именем Святого Духа и не имеет, я так понимаю, судя по вопросу, как бы, если это серьезный вопрос задается, или это просто для оглашения задается. Трудно сказать. Мотивы я ж не знаю, только один Бог знает мотив. Вот. Но эти суеверия по поводу там паспортов, не паспортов, по поводу там чипов, не чипов, по поводу там еще много всего остального. Столько суеверий сегодня в христианстве. И человеку, который подписался таким именем, я порекомендовал бы обратиться действительно к Святому Духу. Потому что заботиться нам, верующим, о том достойно. Пусть неверующие думают об этом, о печати Антихриста и о чем-то еще, о всяких глупостях этих, о паспортах, там, не брать, не брать. Пусть невозрожден этим занимаются. А если человек возрожден свыше, он только лишь одном утверждается, что он запечатлен, запечатан Духом Святым. Я имею печать уже, печать Христа, печать Божьего Духа. Это самое главное для меня. Все остальное — это чушь и суеверия какие-то. Ну, это, извините, но это на самом деле так есть. Вот в наших церквях мы с этим так вот мало сталкиваемся, но когда вот я бываю в гостях, я порой на самом деле удивляюсь, вот какое суеверие страшное, какие суеверия порой среди христиан такие бродят, знаете, вот такие дрожжи, такие какие-то суеверия. Подписавшийся Сергей два раза даже: слава Богу за вас, брат Сергей, молимся за вас и вашу семью. Спасибо огромное, спасибо, брат. Вот, пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Вот, завтра, даст Бог, в это же самое время, в 18:00 по киевскому времени, 19:00 по московскому, будем подключаться. Вот, жду также и свою супругу, детей в этом подключении. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, дамы и господа, пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя.